8 декабря случится грандиозное событие для всей Пензы, потому что мы посвящаем наш концерт великому композитору нашей эпохи Александре Николаевне Пахмутовой. Будут звучать ее прекрасные произведения. Лично я буду петь уже, как говорится, вошедшие в мой репертуар песни «Нежность», известная. «Я не могу иначе» из репертуара Валентины Толкуновой. Я буду исполнять песню «Зачарованная даль», «Птица счастья», но в нашей концертной программе прозвучат все ее хиты, все основные хиты. К примеру, «Беловежская пуща», «Команда молодости нашей», «Как молоды мы были» и все остальные песни, которые все знают и все так любят. И это главное. Главное, что мы вызываем интерес, мы пропагандируем эту музыку, а что такое эта музыка? Это любовь к родине. Это воспитание патриотизма. И особенно вот мы этим гордимся, что мы воспитываем этот патриотизм у молодежи, у жителей Пензы. Я считаю, это очень главное. И я думаю, что концерт будет интересным.